продолжаем постоянную работу по мониторингу путей движения, дорожной инфраструктуры городского округа для маломобильных групп населения, для людей на инвалидных колясках. И, конечно, у нас же парк имени Марии Рубцовой, он один тоже из центральных, где прогуливаются люди. И сегодня мы пришли показать, что можно перейти из него в другую часть города свободно. На этом маршруте у нас есть одно препятствие, оно находится вот здесь вот. При переходе из новых Химок в старые есть понижение, через которое человек с инвалидностью пройти не сможет.